Покров Пресвятой Богородицы отметили в одном из центральных храмов Пензы – Покровском архиерейском соборе. В этот день в храме вспоминали и народные традиции. После архиерейской службы перед церковью развернулись народные гуляния. Репортаж Евгения Белохвостикова. На престольный праздник в Покровском соборе всегда сотни людей. Впервые в качестве правящего архиерея торжества здесь возглавляет владыка Серафим. 12 лет назад он служил в этом храме старшим священником. Вы несли когда-то послушание в этом храме и делали все то, чтобы этот храм радовал сердце и душу, глаз каждого приходящего в храм. И ваше дело, которым вы здесь занимались, оно продолжается. Трудно поверить, что в 89-м, когда храм вернули православным, у него не было даже крыши. Все те пензенцы, которые помнят, что здесь на этом месте было 25 лет тому назад, до того, как этот храм был передан, я могу сказать словами владыки Серафима, своего предшественника. Хуже храма, в худшем состоянии нам еще не передавали. У входа в храм тоже многолюдно. Акцию «Евангелие в каждый дом» проводит Союз православной молодежи. В течение дня у нас будет благотворительная акция, на которой собираются пожертвования на компьютер для молодежного общества. И также бесплатно раздаем Святой Евангелие. Уже около 200 Евангелий раздали и продолжают люди разбирать. Для тех, кто пришел на престольный праздник, выступают лучшие фольклорные коллективы города. Хор «Октября Гришина», «Голоса России», ансамбль солистов «Старгород». Мы, во-первых, православные люди, и когда к нам обращается православная церковь, мы с удовольствием всегда откликаемся на их просьбы. И, ну, во-первых, тут благодать и показывает свое творчество, а тем более рядом с храмом, который, в принципе, мы, прихожане этого храма, сам Бог велел нам здесь сегодня участвовать в этом празднике. А подкрепить силы физические все желающие могли на полевой кухне гречневой кашей и чаем.